Сегодня я хотела бы записать видео о моем дне в колледже, как я провожу время после того, как закончился мой класс, чем я занимаюсь. А я некоторое время провожу в классе, если я остаюсь после занятий, для того, чтобы посмотреть на медплан того, что мне нужно сделать. Например, сегодня я остаюсь для того, чтобы сделать видео, 360 видео, которые мне нужно сделать в пятницу. А сегодня также я остаюсь для того, чтобы начать работу над заданием, которое называется «Реклама». Я собираюсь сделать рекламу про игрушку, про интерактивную игрушку, которая называется «Памзи». Так выглядит моя студия, в которой я работаю. Здесь очень много различных приспособлений, в том числе разные варианты света. Мы собираемся использовать дальнее оборудование для освещения нашего стола, на котором мы будем снимать наш рекламный ролик. И в дальнейшем я начну приносить оборудование для того, чтобы сделать стол, на котором я собираюсь начать снимать свое рекламное видео. Так выглядит наша студия.